Я пришла из пятерочки и хочу для вас небольшой обзорчик сделать, что я купила. Вот такую бумагу, красная цена. Она белая, без отдушки. Единственное только, что она двухслойная, но она, вот видно, да, прям по качеству хорошая, только тонкая. Но она и стоит 50 рублей. Обратите внимание, я могу порекомендовать. В общем, мне понравилась бумага. Вот еще такой набор, и прям мне все понравилось. Вот грибочки у нас такие. Сейчас вам скажу, сколько калорийность. 15 килокалорий на 100 грамм. Это, ну, как бы написано Грузия. Не знаю, насколько это Грузия, но я их брала, и они вкусные. Патиссончики беру первый раз, но думаю, что это будет вкусно. Конечно, хорошо, у кого свои есть патиссоны. Так, сколько здесь? 12 килокалорий всего. И очень интересно, как добавка на свою тарелочку, замечательно. И вот такие вот красная цена маринованные корнишончики, они разные есть, и я давно ждала, чтобы вот эти опять появились, они периодически появляются. 8 килокалорий на 100 грамм, отличные, без сахара. Вот я знаю только вот их одни, без сахара. 8 килокалорий, представляете, 100 грамм съели, ни о чем. Так, грибочки купила, были хорошие грибочки, прям свеженькие такие, беленькие купила. Очень люблю редиску покупать. И купила сельдерей, мои любимые жесткие овощи. Вот когда перед телевизором, девчонки, хочется что-то пожевать, нарезайте сельдерейчик. Вот редисочку и грызите. Это полезно, и это не калорийно. Вот по акции были, взяла вот такой. Это детское питание, 36 килокалорий на 100 грамм. Здесь 90 грамм, и я считаю 30 калорий, я считаю вот в этой упаковке, да. Еще раз скажу, тут 90 грамм, не 100 грамм. И это и на перекус можно с собой взять, что удобно. Это как десерт, это как крем можно использовать. Это также можно использовать в выпечку. Очень вкусные такие пироги получаются за счет вот именно пюре. Они получаются, знаете, такие сочные. Даже ничего добавлять не надо. Вот упаковку такую добавляете. Какао, да, там можно клетчатку добавить, яйцо одно можно добавить, и это замечательная всегда выпечка. Но еще раз скажу, и как десертик, и как крем, как в дополнение, да, очень вкусно. И здесь сахара нет, только одни яблоки. Ну, томатики купил на веточке, и вот такие салфетки, это вот 11 рублей, это 37 рублей салфетки. Вот, несмотря на то, что они дешевые, я их часто покупаю, очень хорошие салфетки. Так вот, держать в сумочке 11 рублей всего. Такая вот небольшая покупка, я просто вот сейчас в магазин сходила. Может быть, тоже кто-то пойдет в пятерочку. Обратите внимание. Я думаю, что вроде я все нормальное такое купила. На бумагу обратите внимание. Вот на пюрешку. И вот на эти баночки. Прям меня вот пятерочка сейчас радует тем, что очень много разнообразия такого вот вкусненького, каких-то таких вот добавок на тарелку, что сразу тарелочку вашу делает и ярче, разнообразнее, да. Ну и пользу тоже приносит, так как и в грибах, и в овощах есть клетчатка. Ну и микроэлементы все равно здесь сохраняются. Пусть не полностью, но все равно. Самое главное, что всегда маринованная продукция, она делает вкуснее. И салатик, и что-то к мясу очень хорошо, да, всегда маринованная продукция. Так что, девчоночки, кому интересно, кому что-то понравилось, и вы сегодня в магазине в пятерочке, заходите и покупайте то, что, возможно, вам сейчас понравилось. До новых видео, до новых покупочек и обзоров!